В Таразе из-за урагана пострадали 9 человек. По информации врачей городской больницы, у пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы и переломы. После оказания первой медицинской помощи всех отпустили домой на амбулаторное лечение. Накануне порывы ветра в регионе достигли 30 метров в секунду. От жителей в диспетчерскую службу поступило 300 обращений. Большинство горожан жаловались на отключение электричества, остальные на перебои с газоснабжением сообщили об упавших деревьях и других незначительных повреждениях домов. Сейчас в городе ведутся восстановительные работы по ликвидации последствий урагана. Всего по городу зарегистрировано 50 упавших деревьев. На очистку улиц привлечено 130 человек и 5 единиц техники, в том числе КАМАЗ с прицепными щетками. И на работах по восстановлению подачи электроэнергии задействованы 12 бригад, в составе которых работает 50 человек. На социальных объектах отопительный сезон проходит в штатном режиме. В школах офлайн обучение отменены, они перешли на онлайн режим.